Здравствуйте! Сегодня я приготовлю очень вкусный рождественский пирог. Для этого нам понадобится 180 грамм просеянной муки, 100 грамм изюма, 100 грамм черного шоколада, 200 грамм орешка, 4 яйца, 180 грамм сахара. Сахар можно взять любой. И 100 грамм сливочного растопленного масла. Для начала изюм мы замочим в кипятке. И отставляем буквально на 5 минут. Берем уже просеянную муку и высыпаем сахар. Сахар можно любой. В муку мы выливаем растопленное сливочное масло. Перемешиваем. Этот торт очень-очень простой в приготовлении и очень вкусный. Всем рекомендую приготовить его на Рождество. Порадуйте близких и своих любимых. Сюда мы высыпаем черный шоколад. Черный шоколад у меня вот такими кусочками. Потом мы высыпаем грецкие орехи. Грецкие орехи я предварительно подсушила и поломала вот такими кусочками. Сюда я добавляю уже размокший изюм. И напоследок мы будем сюда ложить яйца. Вводить я буду по одному яйцу. Вот так. Перемешиваем. Если вы не уверены в свежести своих яиц, разбивайте отдельно в тарелочку. Наше тесто готово к выпеканию. Форму я беру 24 сантиметра. У меня форма уже смазана маслом и посыпана мукой. Пирог я буду выпекать уже в разогретой духовке 180 градусов 40 минут.
Смотрите, какой красивый. Аромат не передать словами.